Всем привет! Сегодня 29 сентября. Я кушаю, ребенок немножко играет. Да, я сегодня весь день с малышкой. Катя уехала по делам. Мы очень классно проводим время. Давайте посмотрим, как мы здорово играем. Ей 6. Ей 6? Она тоже с нами будет играть в попугаев? Ей 6. 6. На диван. Сажаю, Данилюшка. Вот здесь у нас маленькие попугонята. Ей 6. Ей тоже 6. Ага, Микки, тебе 4, ты маленький. Хорошо. 6, 3. Да? 2. Вот это и 6, вот это и 6, вот это и 3. Сажай на диван. Понял. Сажаем на диван. Это все они сегодня... Попугонята, маленькие попугайчики. Данилюшка, да хватит уже на попугонят у нас. Ей 8, ей 6, ей 6, ей 8. Данилюшка, они в гнездо уже не помещаются у нас. Все гнездо забито. Не, вот эти три последние. Три последние попугонята. Ей давай, 6, вон туда посади. Ей 7, так. Ей 6. Отлично. Вот наши попугонятки. Вот самый маленький, ей 1. Ее зовут как? Маша. Маша. Сейчас, Данилюшка. А это чья корона? Твоя. Папина? Да. Мы, оказывается, с Даниленком король и королева попугонят сегодня. Так, а я тебе попугонят. Вы только посмотрите, какая красивая у нас королева попугонят. Королева, куда мне можно сесть? Сюда. Так, вот сюда. Да. Так. Мы вырываем Машулечку. Машулечка наша. Я Машуля. Привет, Машуля. Я сажаюсь тут. Отлично. А тут самый главный попугаёнок. Да, я самый главный попугаёнок, Микки. И с ним, да, Микки и Мини самый главный. Хорошо. И банки, что это лежит в них? Сокровища. Сокровища королевские. Бриллианты. Так. Мы ставим вот сюда в сейф. В сейф? В сейф за Машулечкой. И за Машулечкой сюда начало пропустить. Ой, королевские бриллианты. Так, а кто их будет охранять? Все. Попугонята? Да. Так. Смотрите, даже собака в платье. Как смешно. Собака в платье. Да, будет охранять бриллианты королевские. Да, все будут охранять. А тут... А ей тоже... А это постарше немного Машулечки. Ей 2. 2 годика? Да. Они наши самые маленькие. Вот у Машулечка вот так вот сидит. Какая милая Машулечка у нас. Так. Ей так. Король, мы опаздываем. Куда, королева? Пойдем. Пойдем. Мы заселяемся. Мы идем в такси, так. Мы идем в такси, вызвали такси. Ребятки, старайтесь. Давайте мы Машулечке поможем. Поможем Машулечке, Лялечке. Так, сажаем в такси. Всех посадить. Папа помогает тоже садить. Помогаю, да, всех сажать. Помогаю. Так, всех посадили. Вот как все сидят хорошо в такси у нас. И еще у нас есть верхний ярус на такси. И смотрите, кто с нами еще. Вот я их-то и не заметил. И слон Дюдю, и маленький слоненок. И медведь еще с нами едет. Да. Чего себе, Данилюшка. Класс. Все едем куда? В Бекасово? Да. Отлично. Едем в Бекасово отдыхать. С бриллиантами едем с нашими? Да. С бриллиантами едем в Бекасово. Вся королевская семья попугонят. Вот она, вся на нижнем ярусе. Все пересели на нижний ярус, и вот мы едем. Да. Едем. Тебе не больно? Нет, не больно, все хорошо. Хорошо, девочка. Да. Вот какая у нас королева попугонят красивая. В красивом платьице нарядно. А тут наш король.
Король, вот смотрите какой. В короне. Рядом с королевой попугонят. Так, приехали. Так, посмотрите. Кто со мной на ресепшн? А, можно я, конечно. Самый главный попугай. Я скажу. Ой, как обидно, когда тебя не берут на ресепшн. Вот нам подарили два брелка. Вот такой вот фиолетовый. Так. На ресепшене дали? Да. Так. И вот такой вот голубой. И еще нам дали вот такой голубой ключик. Ключик покажи. Ух ты, какой ключик-брелок. Вот это да. Пойдемте заселяться. Все в очередь, в очередь, в очередь. Все мы в очереди готовы заселяться. А только я первый должен заселиться. Только королева с королем начала, Микки. Хорошо, я после королевы с королем. Сначала королева, король, потом Мия, потом Микки. Все, понял. Королева открывает дверь. Заходите. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Мы все зашли. Дорогие наши подданные, королева решила, что мы сейчас все летим в Дубай. Поэтому загружаемся куда? В такси. Загружаемся в такси. Ура, ура, я давно мечтал в Дубай полететь. Ну что ж, папа, вызывай такси. Вызываю такси в Дубай. Мы приехали? Угу. Приехали. Все разгружаемся в самолет. Ура, ура, ура. Разгружаемся в самолет. Так, что ж, папа, ты либо нам покупай билет, а я пока посмотрю за этой малышней. Давай лучше я. Хорошо, давай посмотри. Кто со мной? Ну, конечно, я. Ко мне, я выбираю. Ко мне идет тот, у кого тот Лили. Ой, Лили, попугая взяли. А я, как же я лучше попугая. Ты тоже попуганенок. Я тоже, оказывается, попуганенок. Так, мы должны купить. Ага, билеты. Там всем хватит билетов, надеюсь. Для маленькой мыши хватит билетов? Ага, пожалуйста. Вот целая книга билетов. Как здорово, там на меня, значит, тоже есть. Ой, нет, я перепутала, там перепутали билеты. Ну давайте вот же покупайте билеты, я хочу в вот Дубай. Вот наша книга билетов. Ой, какая чудесная книга билетов. Мы все летим в Дубай, ура, ура. Вот, смотрите, что там будет. Еще нам показали. Что же там будет, что? Вот, смотри. Лего. Ух ты. Это не Лего, это замки. И аквапарк. Аквапарк. Я давно мечтаю попасть в аквапарк. Там, если мы туда попадем, нас будут на этой карте показывать, где мы. И надо только выбрать, какие мы человечки. А, это карта? Да. Тут, видишь, здесь лошадь передвигается, значит, там человек этот. Понял. Какая хорошая карта. Чёрт, я выбираю эту. Микки, тебе вот эту. Хорошо, я понял, взял. А тебе вот эту. Папа. Взял. Так, показываем этих на рецепшн. Поставь их на место. Вот, на место. Смотрите, я куколка, которая на рецепшене. Как здорово. Вы тоже. Сейчас мы будем двигаться, когда мы пойдем в путешествие. Если мы туда попадем, круто? Очень круто, очень круто. Поехали, вот наша билетная книга. Билетная книга, едем с нашей билетной книгой. Так, я сажусь в самолет. Едем в самолете. Вот наша книга, показывайте все билеты, вот эту книгу. Билетная книга, мы летим в самолете. Так, да я покажу, вот наша билетная книга. Так, вот наша билетная книга, мы летим в Дубай. Да. Куда мы прилетели, Данилюшка? В Дубай нам выходить. Вот, мы даже коробки 3 захватили вот с кроватками. Одна трехэтажная, 2 одноэтажные. 3 4 одноэтажные, 1 трехэтажная. Вот сколько мы взяли с собой в Дубае
вещей и кроватей. Так, все выходим, дети. Выходим, дети. Машуля, я помогаю. Правильно, она же малышка сама. Машуля, вот Машуля. Ой, какая милая Машуля. Она в шапочке и в платьице, и в маленьких кроссовочках. Здорово. Пойдем, Машуля. Идем, конечно. Я Машуле помогу, пап. Смотри, я сейчас за ключом. За ключом. Давай, сходи на ресепшн. Да. Я иду с Машулечкой. Нет, не с Машулечкой, она будет с... Не знаю, с кем ты идешь, с Микки. Я иду... С Микки Маусом. С этим. Это она меня из вредности не берет никогда, маленькую умную мышь. Возьмешь, Микки? Да. Вот брелки нам, которые подарили. Ой, как здорово, брелки подарили. Принцесса и папина дочка, наши брелки. Так, принцесса и папина дочка. Да, брелок принцессы и брелок папиной дочки. И ключ дали. Заходите. Ой, заходим. Набивайте номер. Быстро набивайтесь. Так, набиваемся в номер, все набиваемся, набиваемся. Так, пора соединять караванки. Так. Ух ты. Так, это вот так вот, значит. Это вот так. Это первый ярус. Вот это вот, кстати, первый, но в нем что-то накидано. Это второй ярус. Хорошенький. А тут три. А у третьего яруса нет одеяла. Где одеяло? А, наверное, вот это вот одеялко с слоненками. А тут там... Тут уже перебердас. Что тут? Перебердас. Перебердас? А что такое перебердас? Ла. А это почти... Это вот такая вот тут... Это вообще вот такая берега. Это запасная покрывальца, если кто... И пеленка. Вот. Так. Королева, что происходит? Мы под навесами. Дождик пошел? Не дождик пошел, у нас крыша протекает. Нет, не было коттеджа или номера, где мы все помещались. Поэтому я взяла, нам дали навесы. Нам дали навесы, вот. Посмотрите, как четыре, мы... два вот так вот класть на коленки и так. Два... На голову. А, это нам навесы дали. Вот, видите, тут у нас над головой навес. Нам дали, чтобы у нас крыша не протекала. Да. Холодно? Нет. Тепло? Хороший у нас, да, номер? Вот какой у нас номер хороший. Да, и тут даже у нас есть книга. Ух ты. Почитать вот такая, про вот такой аквапарк. Здорово. Будем читать обязательно. Так, мы опаздываем срочно. Но все краи... Все тут? Все наши... Все погонятки? Скидывайте на место, одевайтесь. Куда мы опаздываем? Куда? Я вспомнила про одну работу. Работу? Скидываем, да, на весы? Да. О, вот это да. Я знаю, что сейчас будет. Сейчас будет конкурс красоты. Да, и все должны быть нарядны. Как королева? Да, вот, все. Так, быстрее одевайтесь. Одеваемся, скорее. Итак, мы начинаем конкурс красоты в Дубае. Под номером один выступает королева Даниэль. Вы только посмотрите, какие у нее туфельки. Она их переодела. Это самые красивые туфельки на свете. Какое красивое платье. Корона. Да, вот такая красавица. Смотрите, как она умеет красиво ходить, кланяться, танцует. Вот это да, вот это королева. Настоящая королева. Да. Вот, аплодисменты. Браво королеве Даниэль. Прекрасное выступление на конкурсе красоты.
Ой, какая красота. Вот это да. Так. Выступает второй номер король Роман. Ура! Вот какое у меня выступление. Попугаев. Король попугаев. Какой у меня хвост пушистый. Крылышки. И я лечу. И прилетел в гнездышко. Третий номер. Это Микки Маус. Минни Маус. А, Минни Маус. Так. Третий номер. Выступает Минни Маус. Такой у меня танец. Мышонка. Что я умею вот так вот делать? Кувырок. Оп. Вот. Поклон. Вот. Поклон. Вот. Поклон. Вот. Выступает четвертый номер. Микки Маус. Микки Маус. Микки Маус. Вот. Вот поклон. Поклон. Вот. Шестой номер. Масуля. Я приготовила для вас танец маленькой лялечки. Вот, мама, я маленькая лялечка. Ля-ля-ля-ля-ля, маленькая лялечка. Ля-ля-ля-ля-ля, маленькая лялечка. Вот, все, поклон вам. И туда поклон, вот. Девятый номер. Кто это будет? Даша. Я, все правильно. Пробум-п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 
Да, в эту сторону, где меня снимают, надо тоже поклон, поклон. И вот сюда пришла я. Конь, вот, поклон. Следующий номер 10. И выступает попугай. Да. Та-т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 а. Крылышками я машу, клювиком играю. Я попугай, я попугай. Я тик-тирик, тик-тирик. Вот, поклоны вам всем, поклоны. Да, смотри. Мы выигрываем. Так. Так, вон тех, у тебя в углу ко мне пристали, давай мы по командам. Мне кажется, я выиграю в этом конкурсе. Наша команда выиграла, команда... Попугайнят! Ура, ура, наша команда выиграла, ура, 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 мы все радуемся, радуемся, мы все выиграли в конкурсе красоты. Ура, и подошли девочки мне. Ой, девочки, наши зрители. Не зрители, а попугайнята. Попугайнята, наши. Но они же за нас болели? Да. Были зрителями? Хи. Ой, как мило. Всех на твои крылья. Всех ко мне на крылья, и мы куда-то будем делать перелет? Да. На папе попугаи? Да, и все будут махать крылышками, да, Минки? Да, я самый главный попуганёнок. Вот это вот. Да. Девочка, иди. Девочка. И всех на тебя кидаем. Себя в водопад. Так, а это самое А куда мы полетим, Даниэль? На остановку. На остановку? На какую? На нужную. На нужную остановку. Все понятно, маршрут, куда лететь. Мы летим на нужную остановку. У нас есть королевские сокровища. Они тоже с нами летят. Даниэль. Да, вот такой в желтой мисочке. Королевские сокровища. Что за вбитый навигатор? Какой адрес? Нужная остановка? Да. В навигатор забиваем «Нужная остановка», и он нас ведет. И мы летим? Да.
Лети. Все мах. Машем. Никто не машет, кроме папы, мне кажется. Папа машет, машет. Папа, тебе не тяжело? Тяжеловато, король. Конечно. Королю тяжеловато, но стараюсь. Машу-машу крылышками. Ну-ка, все машем. Все машем, ура, помогаем папе. Летим, летим, машем крылышками. Ой, как Даниэль помогает, хорошо. Прилетели на нужную остановку? Да. Отлично. Быстро все, все, strong pop. Все рассаживаемся по нужным местам. Понятно. Папа, король, рассадите всех, пожалуйста, я вам буду помогать. Хорошо, королева, помогайте мне. Ой, какая королева у нас хорошая. Как же нам повезло с королевой, с такой красавицей. Ой. Так, мы начинаем всех рассаживать. Да. Смотри, на две стороны. Твоя сторона и моя сторона. Хорошо, королева, давайте. Летим в самолете. Летим. В тронный зал. В какой зал? В тронный. В тронный зал летим. В Петергоф. В Петергоф летим, в тронный зал. Там все, там так много тронов и стульей, что всем хватит. В ряд идут много рядов. Ну, два ряда. Три ряда. Вот это да, летим в Петергоф скорее, в тронный зал. Как хорошо Даниэль придумала все наша королева. Так, мы летим, уже перелет. Кто хочет ко мне, приезжайте ко мне. Кто хочет туда, приезжайте туда. Ну, конечно, я хочу к вам. Бери два тебе, два папе. Что это? Что перепала мыши, а мыши? Это папе и это папе. Папа, бери тебе два и Данилюшке два. Мармеладик? Да. Данилюшка любит такой? Да. А мыши? Обидно, что Данилюшка. Даниэль, возьми три, поделись с мышью. Возьми три, поделись с мышкой. Я скажу, я спасибо большое. А это я спрячу вот для следующего воскресенья. Это будет наш с тобой тайник, да? Да. Здорово, мам придумала. Да. Пойдемте пикниковать. Потом ротик прополощи ромашки, ладно? Мы прилетели, Даниленок, обратно в Москву, в Царицыно? Да. Ну что, наши попугаята? Летели папа помогать, потому что тут яма под нами. Яма? А, и у трапа самолета, да? Да. Все, давай помогаю всех. Мики. Нет, сначала Мини. Потом Эрельона. Мини сразу в кроватку в твою, да, идет? Да. Потом Эрельоновну. Ларионовну. Потом Эрельона. Потом Иллариона. Медведь Илларион. Потом Дашу. Ну, Даша будет вот здесь на кровати охранять, да? Как всегда. Да, потом девочку. А эту вон ту кроватку, по-моему, да? Да. Смотри, девочка, это она посередине будет. Потом... Так. Давайте сначала, если не Ева, Микочка. Микочка? Вот это. Давай, Микочка. Иди ко мне. Ложись в кроватку. Так. Цветами платье. Платье с цветами, это я, да? Нет, у нее с башнями. С башнями, так, а у кого с цветами же? Вот я. А, вот она. Вот. Она маленькая, удобненькая, поместится посерединке. Ой, как здорово. Выйду на второй ярус. Так. Еще двое. Я? Да. Нет, не ты, не Коль. Вот я? Да. Так. Николечка, иди сюда. И еще ко мне идет наш Эрнджелека Лека. Кто это? Вот это? Mm-mm. Вот это? Mm-mm. Вот это? Mm-mm. Тогда не знаю, кто. Вот это? А, Mm-mm. Вот это. Ля-ля. А сколько ей лет? Три. Три. И ко мне идет Машуля. А, малышка? Да. Ляля, вот. Машулечка, иди сюда, на первый ярус. Вот, отлично, как ты ее пристроила. Так. Ко мне идет Изабель.
Она? Нет. Она? Нет. Вот это? Нет. Я их путаю всех. Вот. А теперь мы тут открываем верхний ярус. Остался последний ярус. Так. Это я. Последний ярус. Кто идет? Мишелька, да. Мишель. Помогите. Иди ко мне. Это ты, маленькая. И к ней, может, девочка. Вот. Ты я и Ева. Теперь не боятся спать. Так, а это все. А чья сосочка? Сосочка Туина. Нам даже не пригодилась эта кровать. Как хорошо. Но если убрать у каждого по двух по одному, то нам нужна кровать. Вот это? Да. Убираем. Вот тут маленькая подушечка для вас. Смотрите. Ой, лялечки какие-то. Мне идет Моника. Слон? Вот да. Этот? Слон Дюдю. Слон Дюдю, он же там и живет, наверху. Да. Вот. Ну. Бия. Ну, наконец-то про последний. Меня вспомнили. Последний ты вышел. Это плохая идея меня последним приглашать. Я должен первым, как главный пассажир. Нет, главный пассажир – это Мини. Ну вот, завелась у нас тут такая девчонка, мой конкурент. Вот. Вот я и дома. Как хорошо дома. Вот, папочка. Все прилетели. Да. Еще я вам хочу сказать. А следующий. И вот, смотрите. Смотрите, наши фигурки по-разному стоят. Да. Номер готов. Да не Лена, ты почему макароны воруешь? У соседа вкуснее. Даниэля, ты почему таскаешь макароны у папы из тарелки? У соседа вкуснее. Даниэль, вкусные макароны? Да. Сколько у тебя реклама стоит? Да мамочек бесплатно. Спасибо тебе, солнышко. Из интересных моментов этого уходящего дня, я только что получил всю сумму за свадьбу в Давиле. Таким образом, мне жених вернул полностью весь долг и оказался молодцом. В общем, вот такие вот бывают ситуации жизненные. Иду. Что-то Даниэлька меня зовет в ванную, что-то она придумала. Что это? Жулик, это кто папу поливает? Ты не ешь. Ужас, ужас. Еще разок давай. Еще разок давай. Иди сюда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, иду, ничего не подозреваю. Что это? Ребенок, ты зачем папу поливаешь и телефон папин поливаешь? Ужас. Еле-еле уложил малышку спать. Долго с ней сидел, читал ей книжку, держались за ручку. И так вместе за ручку и уснули. Вот таким вот был этот день. 29 сентября 2019 года. Весь день с малышкой. И это здорово.